В нашем городе есть немало хороших тротуаров, по которым с удовольствием ходят жители. И вместе с тем не везде они отвечают современным требованиям. Поэтому идет постоянная работа по их ремонту. Тротуар по городской улице Победы от улицы Юных Коммунаров до Островского – один из самых востребованных в районном центре. По нему идут как школьники, так и их родители, а также другие славянцы. В 2024 году он заасфальтирован. Всего будет на протяжении около 700 метров. Аккуратно установлены бордюры, что позволит продлить срок его использования. Жители очень довольны. Сделали прекрасный тротуар. Большое спасибо. Мне очень нравится, конечно. Мне очень нравится. Все идеально сделали. Все хорошо. Готовится к асфальтированию значительный участок улицы Западной от Юных Коммунаров до Дружбы народов. После завершения этих работ будет сделан тротуар. Свежей красивой плиткой радует глаз тротуар на улице Ковтюха напротив территории первого лицея. Надо ли говорить, что славянцы положительно оценивают заботу городских властей о благоустройстве. Обновили тротуар, это очень красиво, все обновляется, все делается ремонт, в центре посмотрите, что делается у нас, тротуарчики, все чистенько, подметается, поливаются цветочки. Мне очень нравится город, я приехала сюда вот 10 лет назад, и мне очень все это нравится. Преобразилась благодаря новому тротуару и улица Казачья от Батарейной до Стаханова. В этом же районе идет напряженная работа по углублению водостоков и установке специальных оголовков на трубах под въездами в домовладения. Не забыта и одна из главных городских улиц – Школьная, где также углубляются ливнестоки. Реконструкция системы ливнеотведения коснется большей части города. В завершении репортажа хочется сказать, что городская программа по ремонту тротуаров в асфальтобетонном исполнении в нынешнем году достаточно серьезна. И до конца года свежие современные тротуары появятся на целом ряде улиц, что, конечно, повысит комфортность проживания для славянцев.